Наклонился старый брус, пауком обвитый, гроздья бабушкиных бус в зеркале разбитом. Косовище без косы, детские игрушки, спят настенные часы с мертвой кукушкой. Стрелок нет и гирьки нет, заведешь едва ли, а кому-то много лет не докуковали. Вот блокнот, давно ничей, строчки слезы смыли, связка кованых ключей, все замки сменили. Сколько радости и бед, без толку, без смысла, старый мой велосипед, деда коромысла. В этом стихотворении моего друга, режиссера, в котором мы учились в Щукинском училище, был упомянут чердак, на котором масса всяких вещей. И в том числе было упомянуто это коромысло. И я для этой инсталляции принес вот реально свое коромысло, домашнее, из дому, которое было у меня. Вот я живу на Ростовской окраине, да, там на Берберовке, и в свое время у нас не было водопровода. И мы таскали воду из колонки. Вот на этом коромысле. Это коромысло с незапамятных времен у нас в доме находилось. Я был маленьким ребенком. Я видел, как таскала на этом коромысле воду моя бабушка, как таскала воду моя мама. А потом я уже стал взрослым человеком, и я таскал воду на этом коромысле. Это тоже не очень такое простое занятие. Нужно держать баланс. Вот тут вот два ведра, чтобы эта вода не расплескивалась. И тут есть как бы разные способы. Вот ты так вот несешь ведра эти с водой, а потом ты вот можешь еще вот так вот, как синяк, скажем, в этом в Тихом Доне. Делал такую верандочку у себя дома и решил его, так сказать, оживить и обновить, да. И вот я таким нехитрым, а липоватым образом, да, вот украсил, раскрасил его, видишь, там разными цветами. Мои предки, они первые поселились вот в этом месте, кулеши. И поскольку был хутор, было село, где кулеши живут, вот так она, кулешовка, и начала. Пошла. Так мне рассказывали, моя бабушка рассказывала. Ну, я думал, мало ли, что бабушка рассказывала. Вот ей захотелось так вот возвеличить свою, так сказать, родню и своих предков. Ну, вот Сергей Николаевич, Сережа подтвердил эту историю, сказал: о, да, кулеши, это же вот от вас пошла эта кулешовка. И вот это коромысло вместе с бабушкой, а бабушка после Великой Отечественной войны, да, вот перебралась сюда, в Ростов, с собой захватила какой-то вот такой домашний скарб. Вот в числе этого деревянная лопата, которой ворошили в свое время зерно, вот она у меня тоже дома, и я тоже его вот таким образом офактурил. Это такой у меня получился ансамбль, комплект. К этому коромыслу прикасались руки моего папы, мамы, бабушки, как бы изначально. И вот она, так сказать, согрелась прикосновениями этих рук. Ну, а теперь я его держу в своих руках и храню как память.